Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Пукану. Ну да, тебя. Да. Все тогда одежду надевают. Начнем с такой самой слабой постройки. Скотчика давай. Скотчика? Ага. Того механического, который дискот пробил. Он немного недоделанный. Он ходит очень криво, но в принципе пока что он нормально. У него механизм вроде бы есть какой-то. Я его... Да. Я его собираюсь доделать. Чё он такой? У него лицо немного, как будто что-то задумал. Ну ладно. Так. Я знаю, я просто ленивый и не умею красиво делать постройки. А, есть всё. Камера. А ходить можно? Или он только ходить? Ой-ой-ой. Сейчас. С ним что-то не так, точно. Он перевернул. Погоди, надо перезапустить. Ты просто начал ходить сразу. Сейчас. Как у него ноги еще живые остались? Ну, ты просто надо смотреть. Сейчас я выключаю фиксацию. Ты сразу не ходи, он сломается. Надо палки убрать. И вот тогда уже можешь ходить. Врубай камеру и можешь ходить. Ой, что-то он как-то... А, нет, сейчас ему не надо. Как будто... А, ну да, в принципе, нормально даже, если так присмотреться. Только ноги как-то вверх забрасывает. Да, я знаю, я просто немного не делал. Это прикольно выглядит. Типа он так очень быстро бежит и готов все смести на своем пути. Он, кстати, да, умеет. Метать все на пути? Встань у меня на пути сейчас. Только разворачиваться немного сложно. Я не понимаю. Да, я знаю. Ну, там я уже привык, в принципе, поэтому. А я немного нет. Там норовиться, то... На воде очень трудно ходить. Мне... Не, у меня просто что-то какой-то клавиатурой, что-то не так. Не, может, заново загрузить, а то... Ну хотя давай так. Стой, там встань вперед меня. Сейчас попробую тебя смести. Ой. Что-то он меня куда-то швырнул, а не тебя. Ну ладно, я там ему не мешаю. Так, вставай у меня на пути прям. Вот на тебя прыгнет это металлический кот. Что-то тебе не больно. Вот меня он больно забросил. А сейчас попробую. Ё-ё-ё. Ну немножко толкается. Да, он толкается. Но меня он сильно толкнул. Я знаю. Ну, он вот так просто... может ходить. Он по стройке очень хорошо толкает. Стройки? На самом деле. Да, он... Так, сейчас. Тогда заново его загрузи. Тут... Да. Он стульчик швырнул куда-то. Сейчас построим типичную постройку, которую строил каждый в своей жизни. Это... Пусть попробует это снести. Постройку. Желательно, чтобы она повыше была. Ладно, нормально, думаю, сойдет. Так, нет, такую постройку он снести не сможет, наверное. Заранее говорю, у тела у него отключена коллизия, чтобы... Потому что лапы цеплялись за тело, и было очень неудобно. У него у ног есть коллизия и у механизма. Пружинки нужны для того, типа, то, что он не переворачивался. Ну да. Так, вот я сделал. Ну давай и будем пробовать это на мне. Давай. Ты садись за управление, а я буду этим... Пипец. Подопытным. У меня стул сам упал. Вот как он стулья швыряет. Бешеный кот пробежал мимо. Бешеный кот стукнулся и сам улетел. Мне кажется, у меня тут слишком много брони. Разворачиваться на нем немного сложно. Согласен. Сейчас я тебя затоптаю. О, ну может толкаться. Но я знаю, что он точно сможет дотолкать. На, куда? Затащил за собой. Хорошо, что я спрыгнул, а то бы меня сейчас уже не было. Ага, а то бы сейчас плавал. Так, сейчас я себе такой кубик дам, который ты будешь швырять. На, кубик, попробую его ударить. Сейчас развернусь. Что-то как-то трудновато. Задником. Ой, сейчас меня-то убит. Да, в кубик. Полетели. Кубик улетает. Ой, ты я по кубику полетел. Ну тут что-то такое. Все, обратно. Кубик уберу. Я робот! Танк друга. Знаешь еще, что весело с ним делать? Весело делать вот так. Как? 5 second, please. Найду. Что? Я крикнул на него динамит, бежал на друга и взорвал. Ой, ну это... Ой. Нет, что ты сделал? Заново загрузи. Это получается робот, чтобы... Ну, робот-кот, который умеет ходить и сметать все на своем пути. У меня ноги сломались, они в другую сторону вертятся. Ладно, хорошо. Ну я и говорю, заново загрузи. Механизм показывать? Он очень легкий, конечно. Ну там просто колеса, наверное, стоят. Пружинки для стабилизации, ну, чтобы не падало. Так как я не самый профессиональный строитель, для меня вот такую постройку было очень трудно построить. Ну вообще. Ой, ну вот это... Придумать. Неплохо. Ой, механизм. Тут надо что-то сделать, а то он так должно... Не, у него и по-другому было вроде. Он такой робот-кот. Можем смотреть следующую постройку сейчас. Я тогда самая слабая. Он к стенам умеет прилипать. Ну, я же говорю, он может по стенкам бегать довольно. Там я специально так сделал. Там у меня стоит противовес, который позволяет по стенкам. Ну, давай смотреть следующую постройку сейчас. Давай, самую слабую сейчас постройку покажу. Почему самую слабую? Ну, ладно. Ой, кот обезумел. Ну, самолетик. О, самолет? Там еще какие-то были роботы и динозавры. Роботы, да, я помню. Динозавр, о, чё? Погоди, это я что показывал? О, нет.
Ты показывал кота. Тут я, Да, я кажется, понял. показываю. Сзади будут пропеллеры. Смотри, На двери я должен сейчас просто заметил. включи, X-ray. выключи А нет. дневной свет. Выключи дневной свет. Тут что-то с ним должно быть какое-то Ой, интересное. сейчас. Я не тут запустил. Вот это должно быть вроде. Да, я запутался, где мы по сути поговорим. Сваты надо называть по-разному, всякому. Да, сейчас. Ну что, все Вот. сваты без Вот названий? это. Там кажется, что-то Да будет нет, просто происходить. из-за того, что у Ну меня тут мало сзади что-то слотов, есть. я в одном слоте храню много построек разных. Все. А, типа этим, да? Да. Поэтапным. Ну, это, конечно, очень рискованно. Ну ладно. Может, я полетаю? О, что это за кнопочка? Смотри, вот этот, это сзади пропеллеры. Ну, это красиво выглядит довольно. Ну, выглядит И красиво. смотри, да, если ты А, сейчас... если лететь, то сейчас будет этот красивый след должен. Нет, Смотри, если ты остановись! сейчас... Остановись! Меня самолет запустил куда-то. Стой Толь, там! погоди. Осторожно! Все. Все, я его остановил. Так, а. Ай. Ну, можно мне тогда его взять? Он Че, пропеллер же в космос. как ты сквозь стекло прошел? Ладно, прошел. Какую скуй? А, там стекло, что ли? Я думаю, Да. что я пройти не могу. По факту. Ну тут след, он должен сейчас очень красиво оставляться. Ну, я не знаю. Я такого нигде не видел, но по идее он должен сейчас красиво оставляться. Ну, оставаться. Стоим. Смотри, Можно я я еще полетаю? специально сделал так. У меня там, Как? видишь, какие крылья? Я специально это сделал, чтобы когда ты летел вверх, летел вверх и просто ничего не делал, он просто сам по себе Ой-ой-ой, крутился я по себе. лечу. Сейчас. Я хочу Просто на где свет прилететь, посмотреть. чисто вверх. Он будет крутиться очень красиво. Как? Вот. О! Ты типа сделал, чтобы как-то вот так крылья были, чтобы он вот так летел, Да. как ракета. Да. Ну, Да. какая-то ракета, которая. Ну, вот так, как будто над кем-то такая ракета, которая должна сейчас лететь, и вот так она крутится. Ну, Да. я хотел посмотреть на след, только из-за того, что он крутится, его не особо видно. А, вон, след очень красивый. Но только то, что он крутится, не дает. Не, Просто, ну ну это красивый красиво. след вон. Да. Такое круглое эти, как это. Ну, что-то круглое, непонятное. Ну и летит он вот так. Ой. Уи, десантируемся. Сам. А зачем ночь-то было включать? Чтобы было лучше видно. На дне это почти не видно. Может, Ой, плыть. то странное. Самый рискованный момент в моей жизни. Ой, Уи. провалено. Можно смотреть следующее. Может, динозавра посмотрим того? Динозавра? Ну, я О, не знаю, так, что у дин... тебя там есть слота, но я видел, что ты отправлял. Но Так. то, что я видел, это только был кот и динозавр. Ничего я ходить не могу. Ты не все выпустил руки. Ну, Хорошо. откуда я их мог посмотреть, если их там нету? А. Я скидывал много. Этого динозавра сначала нужно оседлать. Да, Займемся этим на протяжении ближайших 10 минут. оседлать ты сможешь, знаешь как? Как? А, у нас же джетпак есть. Съев конфетку из... Я У думаю, нас съев есть конфетку из волшебные голубя. ускорители. Так, ну, как я замечу, тут много всяких. Динозавр, летающий на воздухе. Надо было ховер ему сделать. Ну, ладно. Я знаю. Так, у него может что-то... Ну, это Очень механический криво... лист. Ой. Очень, У меня да, криво... клавиши немного заедают. Я не могу. Он может, типа, так кричать Стерва куда-то просто. без звука. Угу. Ой, это не надо было, наверное, нажимать. Ну, ладно. Так, тут есть Стерва много просто кнопочек. Это крутится. это башкой, Надо да. было шею отдельно сделать, а то у него этот, я не знаю, как ему кровь поступает. Ну или из-за того, что он робот. А может сам... Голова на ховере просто. Ну Голова на ладно. ховере, понимаешь? Так, тут есть какие-то кнопки. А как ногами двигать? А, А, вот он ногами. Бежит динозавр. Ну. если бы на меня такой побежал, я бы и не женился, слушай. Ты бы убежал бы куда-то. Он может проходить Ай! Ой. Надо Я было тебе упал, стульчик нет! поставить. Загрузи его Да. заново. Будет два Загрузи? динозаврика. Хорошо. Загрузи Ай, его, и я будет умер. два динозавра. Сейчас, я приеду тоже. Сейчас я его загружу. Тут еще есть какие-то кнопки? Посмотрю. Я вот эту версию вроде загрушил. Так. Нет, это еще самолет. Загружаю. Вот Ну эту вот, у загружу. него может этот открываться механический. Ой. Я что-то не то Так, сделал. Сейчас. конфетка. Тут я поршни, что ли, нашел? Ну ладно. Так, все? Я иду. Поршни Битва динозавров, роботов. Ну, давай, нападай. Я тебя забодаю. Ну. Ай, ты мне шею вывернул. Да мне и так шея Я тебя отдельно отгрыз. забодаю. Что это за шея такая? Динозавр смотрит на своего этот владельца и тот, кто его управляет им. Как ты это сделал? Погоди, Не знаю, у него шея улетела куда-то. Сейчас. Я уже забыл, у меня Возьмем. тут бинты какие. Так, Смотри. все его функции. Он может головой делать, ну, говорить да, и все. Еще может Я сейчас его... открывать Он рот, может... рычать на всех. Ой, что это? Ну, надо было звук добавить. Не, у него реально. Ой, что это? Я Я что-то с просто... клавишей, она заедает немного. У меня было бы больше времени на постройке, я Сейчас. просто очень долго копил на шпатель.
Так. Я ивент проходил. Он может еще вот так сделать, вот. Я закрыть тому рот, просто... так смотреть, лобно. Знаешь, в чем проблема? Я просто без шпателя это все делал. Ну, в принципе, тут нужно без шпателя было обойтись. Я ну, просто недавно на тот момент... Нет. Ну, я забросил игру, когда был ивент. Еще у него есть анимация ног. Он может бегать назад вперед. И все, это все его функции, динозавра. Да, он... Я... Сейчас мы будем по возрастающей идти. Так, Это... Ай! Ты мне рот сломал! Ты мне челюсти в тело засунул! Так, это не то, 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 не то. Это что такое? Ага. Тут только пушки исчезли. Я не то сделал. Это тканевая. У меня была очень крутая постройка, а я ее случайно это удалил. Ладно, забудь. Тогда. А что я хотел еще? Это что за постройка такая? Чего, реально крутая? Ладно, давай. Это розовый подъемный кран для девочек. Он еще просто не доделан. Я его покрасил. Он розовый. Просто сейчас смотри, как смотрю. У него это было красиво. Только вот меня в космос запускать не обязательно было. Ничего, реально красивого. Сейчас все решу, погоди. Жду. Не дождусь. Вот так. Сейчас я пока можно в космос запущу? Рубрика эксперимент. Сейчас. Нормально. Так, давай. Расфиксируй. Так. Так, ты чё ливнул? У меня сервер лагает, у меня... Ты ливнул. Твоя постройка тут, теперь это моя постройка, я её тебе не отдам. Напишем тут слово «ух». Блин, постройка исчезла. Обидно. Ладно, я жду тебя. Буду пока АФК стоять. Я пока постреляю, боже. Мой компьютер, который тянет, GTA 5 не тянет в Roblox? Я не понимаю. Гениально. Ты заходишь? Я захожу. Так, Roblox, я не понял. Кошмар. Что кошмарного? То, что ты меня в космос запустил, это было кошмаром для меня. Сейчас, я тебе не показал все функции своего этого, просто у меня Roblox вылетел, ну, я не знаю. Ну, я видел его спецфункции, как он умеет падать. Прям на голову бедных ухов. Все, я у тебя на стене. Заходи ко мне в команду. Сейчас, я тебе покажу еще. До конца его покажу. Ну, там... Мы его не посмотрели вроде как. Ну, хотя я его успел разглядеть, пока он в мою голову не влетел. Загружай. Так, он у меня под таким углом даже. Так. Сейчас, у меня просто там вот эта штука с барабаном, она не подключена к этому. Я просто ее делал. Давай, запускай. Я полностью вот так вот цепь согнулся. Цепь. Ага, цепь понятно, я сгибаться. Отключил. 5 seconds, please. Давай ты будешь смотреть его вместе со мной. Давай. Вот так вот закручивается. Я только хотел веревку прилипнуть к веревке. Веревку давай. Блин. Давай. Как будто меня хотят этот в тюрьму этот, ну, привязать. Давай, на веревку. Сейчас. Давай, я готов. Ой, блин. Летающий. Там ладно, давай, пока подъемных летающих. Пока летающих подъемных кранов не появилось, нам не надо это создавать. Так, цепь может заворачиваться в круг. Ну, заворачивай. Да, он еще не доделал, в принципе. А и там еще есть поршни, которые могут двигать эту цепь. Ну, а типа, ты можешь завернуть цепь в этот? Ой, блин. Там есть поршни, которые типа двигают эту цепь вперед, назад. Вот, но вот. Ну, вот они крутятся и типа заворачиваются. Да. Блин, сейчас я еще кое-что сделаю. А попробуй выдвинуть вперед эту туку. Да, я же говорю, там поршни стоят, которые вперед двигают. Сейчас я их забинджу. Забинджу? Что за слово такое? Ну вот, они могут этот двигаться, тут все крутится. Вот эта цепь какая-то слишком живучая, как будто червяк какой-то. Я знаю, я специально это делал, чтобы весело было. Это веселый червяк из кирпича, который любит хватать людей и пожирать. Ну вот так может это ехать штука, она может крутиться. Ой-ой. Она если сама себя поймает, то вот это произойдет, да. То что будет нехорошо. Цепь может вот так вот. Ой-ой-ой. Сама по себе. Я понял. Я ничего не делаю. Она сама по себе. Меня в космос запустила. Я ничего не делаю, она сама по себе. Ну, это понятно. Обезьяна какая-то. Это лиана. Ну, в общем... Ну, в общем, давай смотреть следующую постройку. Так. Сейчас эта цепь на нас упадёт. Самая? Так, погоди. Самая? Короче, не самая. Я самую вкусную приберегу под конец. Что?